Всем привет! На Зайца находимся. Ну как, недалеко от города, на пару часов. Я взял вот манок на ворону с собой. Последний раз, когда ходил, много было ворон. И вот сейчас постараюсь немного подстреливать. Может, на приманку пойдут на куниц. Ну а так, вперед за зайцем. Основная задача — заяц все-таки. Там и можно будет на приманку зайца что-то взять, если что. Со мной, кстати, вот две черные собаки. Пыжик, пыжик. Так, хорош мышковать. Вот они, две вредные черные собаки. Это молодой кобелек Пыжик. С прошлого помета. Он мой папа держит. Как-то особо на охоту не ходит в этом году. Вот я решил, что что пора уже и мне с ним ходить, брать его с собой. Буду по возможности стараться брать, чтобы Чива чему-то учила. Может, он Чиву чему-то научит. Ну, как бы еще так. Вот годовалый. Уже в этом возрасте, в принципе, як должен работать нормально. Это просто, что его почти не брали никуда. Ну, посмотрим. Он вроде так интерес проявляет. Голову опускает, что-то по следам каким-то нюхает, бегает за Чивой. Ну, я думаю, что сейчас втянется. Ну, в общем, там вот такой перспективный кусочек травки. Иду, смотрю следы зайца. Ага, вот след зайца. Не свежий. Блин, как это я так его сразу увидел. Не первой свежести, но есть. Ну, как бы очень перспективное место. Сразу озимка. Сразу трава там есть где лечь. Короче, можно ложиться спокойно. Вот у нас опять оттепель, было немножко морозца. Канавы все примерзли, уже заяц спокойно перелетал. А сейчас опять разморозило. Середина как бы зимы, а канавы не стоят, нигде льда нету, снега вот. На один день выпал снег и все, и растаял. Блин, вон балбесик. Здоровый уже, как конь. Больше Чивы, бляха, в полтора раза. Ну, большой. Интересно, весить его сколько? Килограмм 12, я думаю, точно будет весить. Ну, он щенком самым первым у Чивы родился. В первом помете. Ему уже больше года. В сентябре родился год. И он был таким очень... Ну, явно крупнее остальных щенков. Как бы решили самого первенца, батя захотел себе оставить, вот. Ну, балбесик еще. Мало с ним на охоту, пару раз только ходили. Я вот сейчас буду его брать, почаще стараться. Посмотрим, что он там будет показывать. Было бы интересно, чтобы он зайца поднял, посмотреть, как он будет на него реагировать. Что-то походило, собаки-то реагируют. О, кур поднял. Рёт! А зайца? А эти зайца поднимайте. На кур уже закрыта охота. О, еще одна осталась. О. То ли лиса тут исходила, то ли что. Ну, собаки прям носились по траве. Что-то искали. Так, ну что, обошли эту траву. Зайца не нашли. Сейчас пойдем вот в ту. И заодно будем смотреть следы. Вот типа зайца ж есть следы. Это мягенькая. Мягенькая, можно
След, наверное, был бы виден. Ну, вот там на зимке, блин, ему только было бы и ложиться. Почему там его не было? Так, ну, в прошлый раз мы зайца подняли вот там, в траве. Вот так вот кругом обошли и вот там подняли. В этом углу. Ну, сделаем и сейчас так же, значит. Вот тут я видел Лёшку. Вот она. Наверное, этого зайца уже нет, который тут делал Лёшку. Я так думаю. Вот через поле посеяна озимка какая-то. А здесь вот такая полоса тополей, заросшая травой. Ну, есть шанс, что здесь будет лежать зайчик. Сейчас проверим. Шанс есть, значит, пройдемся. Собаки, пошли. Блин, мог бы тут заяц и лежать, честное слово, блин. Место-то хорошее для него. Так, собаки занорились, блин. Походу. Ой, бляха, для зайца любо-дорого лежать. О, а вот эта травка. Супер, блин. Супер. Был бы зайцем, сам бы лёг. Так, вот до камышика дойду. Да-да. Так, все понятно. Теперь все ясно. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда, я сказал. Пошли. Опять залез. Опять то же самое. Вперед. Пошли. Еще и малого за собой завела, блин. Ко мне. Даже как-то быстро в этот раз я забрал собаку из норы. Ну, буквально посидел там 10 минут, и она начала выходить. Ну и малого за собой потащила. Но малой, видать, не грызся, наверное, с лицом. Ну, что-то прихрамывает на заднюю ногу. Не, ну, две собаки это неправильно, это опасно в норе. Надо, чтобы одна работала. Так, ну это будет последнее место на сегодня. По этим курчикам. Тут вот озимка есть, кустики. Все, что надо для зайца. Я был здесь зимой, в январе, в прошлом году. Как бы следы были, но весь заяц уходил в болото. Не ложился тут. Давай, 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 ищи. Ищи, ищи. Есть. Вперед. Пыжик, 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 пыжик. Отлично. Вперед, вперед, вперед. Молодцы. Небольшой зайчик, я видел по размеру, что небольшой.
Молодцы, молодцы. Короче, без собак, считай, взял. Фу, фу, фу. Фу, нельзя. Сейчас пойдем посмотрим, где он лежал. Ну, сколько я стрелял? 30 метров. Поднялся близко. О, чиву порвали. Опять по тому же месту. Второй раз. Нельзя, нельзя. Так, а ну успокоились. А ну... Бля, собаки эти придурочные, бляха-муха. Отец, ой, говорю, отец, мамка сына грызет, а сын мамку. Такие уже молодцы, блин. Так, ну, наконец-то я выходил этого зайца. Плохо, конечно, что они собаки подняли. Так бы было бы интереснее, для малого бы полезней. Но что сделаешь, я думаю, что и поднимется из-под него тоже заяц. Вот где-то он тут под кустом лежал. Что-то я уже разориентировался под каким. Ну, я прям видел, как он с Лёшки выпрыгнул. В принципе, мог сразу и через кусты стрелять, но я решил выскочу на чистое, и там уже более конкретный выстрел сделаю, потому что если бы я через кусты первый раз стрелял, я бы уже не успел бы выскочить, и мне бы надо было, если бы я промазал, мне бы надо было остальные все выстрелы делать тоже через кусты. Но я решил, что выскочу и успею выстрелить. В принципе, так и получилось. Вот в прошлом году я сюда приходил, то следа было много, но зайца я не стрельнул. Не поднял даже здесь. Ну, не то, что не стрельнул. А в этом году поднял и стрельнул. Ну вот, в принципе, озимка, вот, кормовое поле, где он кормится, и сразу же кустик, где он может прятаться. Все, все, что надо для зайца. Кормежка и где приховаться. Здесь, конечно же, тут еще пройдемся, посмотрим. Такая тут трава плотная. Хорошая, ну, наверное, сейчас мокро в этой траве ему. Все-таки. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Какие тут отличные корчики. С этой стороны. Вот, вот. Три корчика. Просто суперских. Сейчас мы. Это будет наш. Это будет наш последний шанс поднять зайца. Ля шанс финаль. По-любому он тут есть. По-любому. Давай, 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 давай. Давай. Давай, 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 давай. Ищи, 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 ищи. Давай, 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 давай. Есть, походу. Походу, есть. Давай, давай, пусть, давай. Блин, шерсти море. Блин, пошел. Сколько шерсти, он пошел. Блин, вот тут лежал, капец. Блин, а? Я думал, все готов. Все, чего добрала? Слышу, добрала. А молодец, чего? Есть, вот это да. Вот это охота у меня. А? Ай, чего, молодец. Блин, пыш.
Боже, пузик, кто же там? Чио, чио, чио! Молодец. Фу. А, вдвоем, да? Вы тут вдвоем? Тоже такой средний. Молодцы! Ай, собаки, молодцы! Молодцы! Чтоб вы еще поднимали сегодня, а то зайца только я сегодня поднимаю. Молодцы, собаки! Эй, кто такой барбос? Отлично! Как бы что и требовалось доказать, что тут зеленочка, есть где спрятаться зайцу. И поэтому как бы он и лежал. Но, ну вот как-то не попало сегодня собакам, чтобы они подняли зайца. Сегодня всех зайцев я поднял. Ну с этим вообще был прикол. Ну сколько он еще прошел? Он еще прошел метров около 200. Перед тем, как собаки его догнали. Что сегодня? Середина декабря. И вот такая у нас теплая погода. Ну вот, уже считай первая работа, пускай и... Чива там гнала, он без голоса шел. Ну вот за ней идет, тянется. Пошли. Сейчас посмотрим его лёжку, этого зайца. Будет интересно. Кругом я его обошел. О, ну ты лошара. Короче, получается, что я его кругом обошел. И вот не на чистое ж побежал, а в корчи сиганул. Где-то под кустом. Вот чего нашла, походу. Ну-ка, отойди. Отойди, отойди. Ага, вот его Лёшка. Прям в кусту лежал. Вот, вот она. Сейчас покажу. Вот она. Вот он лежал. Даже какие-то веточки вот грыз. О, о. Лежал, грыз веточки втихаря. А, так тут две Лёшки, получается. Даже. Он часто тут лежал. Вот там тоже как бы вымощено. Ну все, я скачил, и я там пуха, конечно. Пуха, пуха выбил. Море, о. Видно даже, как дробь пошла. А, вот еще, как дробь шла под углом. Вот видно, да? Срубила вот эту ветку срубила. Вот срубленная ветка от дроби. О. Вот, срубленные ветки от дроби. Вот так вот шла дробь. Ну, стрелял, как обычно, с тройки. Сейчас покажу. Что за тройка? Всегда спрашиваю. Чего стреляю? Зайца с тройки всегда стреляю. Ну, кто подписчик, давно всегда смотрит, узнает. Зайца с тройки стреляю. Вот тройка. 32 грамма. Утка нарисована. А утку с семерки стреляю. Все. Это мои основные виды дичи, на которых я охочусь. И основные два патрона. Тройка и семерка. Пыш, конечно, очень устал. Вот на чистом троху вперед бежит. В корчах уже под ногами путается. За спиной. Вот уже все, пыжик. Возле меня только ходит. Уже подустал. Чего еще? По корчам лазит, а пыжик не лазит. Вот наши два зайчика сегодняшних. Видно, вот один чуть-чуть меньше, другой чуть-чуть больше. Ну, два, в принципе, по размеру. Блин, ну все, весы забываю с собой взять. У нас зайцы крупные, это где-то за 5, которые крупные. 5,5 до 6 килограмм бывают, примерно. Ну, бывают и больше, но это уже очень редко. В принципе, нормально, собаки. Не попало так, что я сам поднял. Получается, два зайца. Из-под собак сегодня ничего не выскочило. Ну, пыш, это буквально там его вторая, третья охота. Ну, что-то уже показывает, в принципе, вот с Чивой понесся за зайцем, добрали они подранка. Это вообще очень большой для него плюс. Ну, буду стараться его брать по возможности почаще и, ну, работать с ним, чтобы в дальнейшем получилась нормальная собака. Потому что если...
запустить там до 2-3 лет, то уже потом будет тяжеловато что-то научить. Но пока есть еще Чива, есть как бы рабочая собака, то он быстрее в это все втянется и поймет. А так сегодня очень клевая получилась охота. То есть я приехал в угодье почти что в 12. Сейчас у нас 4:30. Ну, где-то за 5 часов охоты я вот выходил 2 зайца. И как бы надежды особо не было на 2. Думал хотя бы поднять одного, а тут прям двойной результат. Отлично будет. По крайней мере, уже что-то, хотя бы что-то поставить на капканы. Я хотел завтра еще, возможно, что-то стрельнем. Тогда уже я на этой неделе обязательно поеду, хотя бы штук 10 раскидаю капканов. Но есть как бы нюанс с капканами. Это все, когда я буду ставить. Уже как бы можно было этим давно заняться. Но почему я так торможу? И, в общем, все расскажу, когда буду ставить капканы. Так что смотрите. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал, обязательно жмите колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о новых видосиках. Все, увидимся в угодьях, всем пока.